кто хочет прекрасно выглядеть и при этом вкусно и сытно питаться. Не так давно на моем канале стартовал марафон. Скажу сразу, что он не имеет сроков. Вы можете присоединиться тогда, когда пожелаете. На каждый день там даны вкусные блюда, которые мы будем готовить на моей кухне. В принципе, как готовить куриное мясо, знают все. Я расскажу, как это делаю я. Только что вы слышали щелчок. Это нагрелась духовка. Разогреваем духовки до температуры 200 градусов. Для приготовления курицы вам понадобится металлическая или силиконовая форма, фольга, ну, естественно, сама курица. Вы можете выбрать как филе, так и куриные, например, бедрышки или голени. Не имеет значения. И нам понадобится соль и свежемолотый черный перец. Теперь мы нашу курочку отправляем в духовку. Для детей я ее не заворачивала в фольгу, а нам с мужем я сделала вот такие кармашки. Когда это все запечется, румяной корочки не будет, будет очень сочно и вкусно. Даже если это будет куриное филе, все будет очень мягко и нежно и ароматно. Если к этому блюду добавить кашу, 2-3-4 столовые ложки, то это будет замечательным обедом. Если же вы будете кушать курочку с овощами, тушеными или салатом, это будет прекрасный ужин. И самое главное, вы будете сыты и довольны. Приходите еще ко мне в гости. Приятного аппетита. Пока!